Буэнос диас, перцы. Я один раз и вновь озаряю ваши экраны, а это значит, что сегодня мы раскатаем в блин еще одного босса в Needful Speed Most Wanted. Поэтому садитесь поудобнее, берите свои ништяки и делайте громче. Сегодня будет жарко. Поехали. Спринт, истреблятель и снова спринт. Охуенно, однако. Ненавижу катсцены. Вот просто ненавижу. Ну, блядь. Костя нарисовал на тачке, думаешь, крутой? Нихуя, ты мамкин дристер. Ладно, поехали. Спринтанем немножечко. Ну и кто здесь босс качалки? Так, ребятки. Ах ты, пидор! Я же чувствую запах мощный такой потяры. Ебать, он гонит, а? Ты на него ля. Доездился. Так, это определенно доездился. Так, треть пройдена. Один раз я проебал позицию, ну да ладно. Сейчас я иду более-менее неплохо. Я бы даже сказал, совсем неплохо. Да, вожу я как сумасшедший. Но в реальной жизни лучше так не делать, ребятки. Соблюдайте правила и пристегивайтесь. Даже несмотря на то, что на экране я вожу как ебанутый, в реальности я нисколько за это не агитирую. Я понимаю, что, как говорится, какой русский не любит быстрые езды, но тем не менее. Других тоже уважайте. Ладно, это была минутка лирики. Маленький такой дисклеймер. Перчим нахуй. Так, почему? Опа. Я думал, что будет ромбик. Может было выйти получше. Ты, блядь, где? А, вон ты где. Ах ты, пидор разрывной. На эту дырку. И снова они начинают параноить, перетормаживая, где попало. Так, сейчас главное на петлях не налажать. Так. Последняя связка. Так, короче, работяги, призываем белку-летучку. Ходу нахуй, соси писос! Есть контакт. Так, истреблятор. Надеюсь, не будет слишком часто вся эта хуйня появляться. Фу, камеру я ебал. Трафика тоже немало, надо сказать. Ох ты, петух. Так, ускоряться пока рано. Камера на выходе. 127, что? Немножко неправильно рассчитал и ускорился не с того момента, с которого, по идее, было бы неплохо. Так ощущение, что он сам специально камеры ставил в таких ебанутых местах, что просто вешайся. Ёбаный колумбарий, хоть чуть отыграл. Блять, но с таким отрывом мне не выжить. Так, сейчас можно будет напрямую раздать как следует. Нет, нельзя. Так, петельки в рот их ебать.
Так, вот эту мне уже больше нравится. Чё-то, кстати, он не перетормаживает перед встречным трафиком, я обратил внимание на это. Я чё, его на целую сотню деру? Да ну нахуй. Да ну нахуй. Блять, всего 40%? Чего? Я-то думаю, уж гонка к концу подходит, а хуй там Мойра рассекал. Так, здесь, наверное, лучше запилить. О! Блять, это было опасно. Ну, кто бы сомневался, что он въебется в дерево. Значит, можно сильно не топить по этому ебучему лесу. Блять, мосты эти ебаные. Сколько у него там? Все еще 585, да ну нахер. Он что, камеру не проехал? Сурово. Блять, он... Вы прикалываетесь, ребятки. Вот вы прикалываетесь. Я могу вообще сейчас на расслабоне, походу, ехать. Просто не напрягаясь. Может, даже для выебона ради ехать по... абсолютно по правилам. Блять, я сейчас по встречке проехался. Это, по идее, лишенческая статья, но да похуй. О, неужели, блять, очухался? Где там К-камера? Блять, угадаю, в переходе. 315. Ну, 14, ладно, спиздил. Не, ребят, это просто разъёб. Разъёб. Это просто разъёб. Если с кольцом, или что там у нас был первый спринт, у меня еще было как-то вот, ну, слегка мокренько так. То сейчас это просто разъебайтунг. Это просто лютый разъебайтунг. Нагибаторство. Просто лютое нагибаторство. Так, еще один спринтец. Надеюсь, что он не откомбечится. Хм, старт вроде в той же точке, где стартовал этот самый истреблятель. Я не понял, мне предлагают проехать ту же трассу, но уже в режиме спринта? Да ну нахер. Бля, ребят, это, по-моему, та же трасса. Webster, are you fucking serious? Если, блядь, ты ебана? Чего, блядь? Походу, это реально та же самая трасса, только в режиме спринта. Бля, я вроде сегодня траву не курил. Ну, если ты... Мне в сигареты ничего не напихали. Какого хуя? Блядь! Я еду по той же трассе. Еще один ебучий раз. Блять, ребята, это реально та же самая трасса. Чего? Да. Блять, вот сколько раз я его проходил, первый раз я эту хуйню наблюдаю. Действительно, также в районе 40% на этом месте. Обдрестаться не подумается, ребятки.
Это же, блядь, же та же самая же трасса же. Хуя же себе же. Ой! Бэкс... Блядь. Я сейчас в лесу отыграю. Ловушка дурки, ебать. Блять, я уже два дерева успел собрать. Этот пидор пока не втемяшился. Где он? Да, это та же самая трасса абсолютно. Только в режиме спринта. Рот-то... Того наоборот. Дурка, ебать. Ой, психонавты. Так, подарок сработал. Что-то так охуенно ускорился, однако. Эта хуйня на тонких ножках все-таки пытается меня догнать. Сделать этого я, разумеется, ему не дам. Именно ради этого я и перестроился. Вообще, вот именно с этой связкой, с этими ебучими тоннелями, какая тактика работает? Зайти по встречке, а потом на переходе перестроиться на свою полосу, чтобы все было вообще заебись. Тогда получается путь минимальный. Но опять-таки, если заходить со стороны развязки, может получиться так, что встречек ты насобираешь больше, чем сэкономишь времени. Надеюсь, кардиоидная направленность микрофона заглушила хлопки. И чтобы это не было слишком громко. Ну-ка, посмотрим. Так, новое ведро и новые тюнячки. Так, средняя. Левая. Блять, справа была. Я хотел правую надавить. О! Хай, зяблс. Ого-го, наш мальчик получил пятерку. Браво, ты так стараешься. Смотри, не перетрудись, а то тебя ждут мои ребятки. Они очень крутые. Очень-очень крутые. Господи, мне поебать. Посмотрим, что этот нигер нам выкатил. 7 гонок, 5 пари и 4 с хером лимона. Ой, блядь, я слегка альтабнулся. Так. Надо еще раз слегка альтабнуться. Можно, в принципе, ради теста заехать пару гоночек. Посмотреть, типа. Так, 11 гонок на выбор. Секундомеры оба минимальные. Давайте вот это пройдем, чисто ради прикола. Опять этот ебучий завод, да сколько ж можно? Сука, не успел. Так, вижу чек.
Может быть, даже успею не вскочить в десятку. Ага, 11,6. Так, 186 километров в час. Ну, нормально. Прямо, что ли? Блять, опять по городу. Сука, да сколько ж можно-то? По-моему, это тот секундомер, который мы ехали в прошлой серии, одним из последних. С той лишь разницей, что он в обратку. Я выбрал самый скоростной вариант, как оказалось. 208. Мы все еще ускоряемся. Зашел по встречке и на свою полосу. Красота, однако. Так, дайте угадаю, чек в центре города. Ах ты ж псина. Не, кстати, средняя скорость даже увеличилась. Нормас так. Я думаю, что если меньше 208, мы в полной сраке. Ну и это злоебашу 220 как минимум. Угу, так и получилось. Даже моя ошибка оказалась простительной. И времени я получил аж 19,6. Еще один чек. Так, здесь лучше по своей полосе. Чек за петлями. Спой, здесь петли. Хуя чем... А, нет, перед петлями. Центр, внимание, звонок 911. Да, блять, какой звонок? Ладно, сделаем эту серию коротенькой. Следующую полностью посвятим гонушкам. А потом будем ебать ментов. Ладно, на этом остановимся. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, комментируйте, обсуждайте и так далее. Ну а пока.